Дорогие ветераны, уважаемые друзья, День Победы – самый честный и дорогой праздник для нас, священный для всех поколений россиян. Наша Родина выстояла в жестокой битве и подарила народам мира свободу и будущее. Последний выстрел Великой Отечественной отгремел 71 год назад, но в Тульской области, в сердцах ее жителей, все еще звучит эхо войны. Здесь по сей день из поколения в поколение передают память и правду о непреклонном мужестве защитников города, о тяжелейшей работе людей в тылу, о тех, кто оказался на передовой в самом пекле, о партизанах с их отчаянной дерзостью, о самоотверженных врачах и бесстрашных ополченцах. Тульская земля, земля героев, земля тружеников, она доблесть и слава России и по праву может гордиться победой, величие которой навсегда останется в истории. Я поздравляю всех с праздником. Счастья вам, мира и добра!